А вот мэр Новокузнецка снялся в музыкальном клипе. В нем Сергей Кузнецов со словами, цитата, «Кузню приберите» призывает горожан выйти на массовый субботник 28 и 29 апреля. На кадрах, кроме самого главы, также засветились сотрудники городской администрации и коммунальщики. Видео уже набрало более 40 тысяч просмотров и десятки комментариев. Все на субботник, выходите, кузню, кузню приберите, грабли и метла в руки берите, город, город приберите. Пока Сергей Кузнецов музицировал, горожане решили подыскать ему дублера. Городоначальник уже совсем скоро уступит свое кресло более молодому претенденту. Правда, всего на 3 недели. В мэрии запустили проект, согласно которому любой желающий может стать участником конкурса и предложить свою кандидатуру на высокий пост. Пока претендентов трое, победитель будет вместе с действующим мэром 3 недели руководить администрацией Новокузнецка, после чего имеет все шансы попасть в кадровый резерв.